Теза 4962 – тонкая двухсторонняя акриловая лента на нетканной основе. Клей в ней такой же, как в ленте Теза 4965. Этот клей отличается высокой начальной адгезией и совместимостью с черными и цветными металлами – стеклом, деревом, тканями, резинами и пластиками, вплоть до полиэтилена. 4962 замечательно работает с различными пористыми поверхностями, например, с поролоном. Все благодаря нетканной основе, которая состоит из волокон, спрессованных между собой. После покрытия клеем получается своеобразная армированная лента. Такая комбинация основы с клеем дает возможность гораздо эффективнее подстраиваться под неровные и пористые поверхности. Наглядное сравнение лент с пленочной и нетканной основами с безосновной лентой. 4962 лучше всех держится на поролоне, хотя клей в лентах одинаковый. Однако нетканная основа имеет свои минусы. Прочность на разрыв очень низкая. Лента легко рвется руками. Каждая основа подходит под определенные задачи. Общая толщина 4962 составляет 160 микрон, то есть 0,16 мм. Максимальная термостойкость 200 градусов по Цельсию в течение 1 часа. Диапазон постоянных рабочих температур от минус 40 до плюс 80 градусов по Цельсию. Лента устойчива к воздействию воды, ультрафиолета и растворителей на углеводородах. Стойкая к миграции пластификаторов. Как вы поняли, 4962 лучше всего подходит для работы с разными видами тканей. Кожи, пленок, поролонов, плотной бумаги и картона, из-за чего крайне часто применяется в производстве изделий из кожи и ткани, рекламной продукции, отделки салонов автомобилей, создании ложементов для кейсов, сращивании рулонов бумаги на производствах. Для улучшения адгезии к материалам рекомендую праймер Теза 60-153, быстросохнущий. Заинтересовались? Добро пожаловать в комментарии или ко мне на почту. Я отвечу на все интересующие вопросы и по необходимости предоставлю образцы.